Всем привет, всем привет, с вами Шмыга, мы на канале у Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Never Again. Это некий хоррор новый. И, собственно говоря, посмотрим, как оно себя что... представляет что-то или как. Never Again, да. Называется игра, и она недавно вышла в Steam, и, собственно говоря... Нет страдания сильнее, чем вспоминать счастливые дни в дни несчастья. Данте Алигьери. Мне нужен ингалятор. Так, мы ищем ингалятор, потому что мы больны ингалятором. Ай. Все говорят мне, что я очень любопытно, хочу везде залезть и все потрогать. Захватить объект, стул, дверь, игрушку и так далее. Использовать, поднять предметы, смотреть. Действие сплина из инвентаря, обжечься, замочность. Так, хорошо. Я понял уже. Новые ужастики, вот на... О, буковка С. Подожди, дай ингалятор найти, падла тварь. Лок заперто. Заперто. А это тоже заперто. Так, и где ингалятор искать? А я приседать умею или нет? Не умею. Что мне нужно сделать? О! Свалил. Да, я слышу, что ты не можешь дышать. А вот тут тоже за шторкой нигде. А вот туда не могу. Ну, видимо, папы нету. Ой! Я умер? По новой, типа? Я не могу тебя найти. А что вообще происходит? Что это такое? Ой, ёптель! А это мы все в игре опять? Ой, смотри, моя тень. Я просто думал, это какой-то сон, типа. Так, тут... Что, мы можем уходить? Типа коробки там какие-то такие не открывающие. Вниз. Это сон или что? Мы умерли уже или еще нет? Или как? Что происходит в этой игре вообще? Кто мне расскажет, кто мне скажет? Опа, это ты кто? Эмма? Толка. Эмма, постой, подожди меня! Эмма! Эмма, мазафака! Открой дверь, тварь! Ой, а что там темно стало? Подожди, может быть, за коробками что-нибудь? Окей. Так, а мы опять проснулись, да? И опять нету у нас... Я немножко поближе пододвинусь, а то что-то спина затекла. Так, что ж там? Если приглядеться, можно найти неочевидные места и предметы. Для продолжения присмотритесь. На букву Е. Ногами можно встать, в смысле? О, что там? Ингалятор. О. Я ненавижу, когда случаются приступы астмы. Это меня очень пугает. Для продолжения используйте ингалятор. Букву R нажимаем, дыхаем и все. Мы... Кто там? Не, смотри, лог написано. Оп. Ой. Не пугай, только не надо скримоты. Стефан, мама, папа, где вы? Найти Стефана и... Опа, в коридоре очень темно, строка снова могу начать задыхаться. Ага, подожди, так у меня же есть этот ингаляшка. Кажется, я забыла код от замка. А я могу угадать, нет? Ой, а так долго двигать? Три цифры надо какие-то узнать, как выйти. Ага. Ну так, подожди, три цифры надо узнать. Какие могут быть три цифры? Кто знает, кто подскажет?
Стефан здесь такой неуклюжий, очень забавный. Странно, но это не работает. Так, подожди. Цифры цифрами, да? Не открывается. Лок. О! Пошел отсюда вон. 715. Вот, а вы говорили, типа, а вы говорили, что вы говорили? А вы это и говорили, да? 7... 15 было, да? Так. Сработало. А, наверное. Так, ингаляшка. Ингаляшка. Какое-то письмо. Вращать. А, вращать на ку. А подожди, я тебя могу поднять, и можно тебя вращать или что? А, или как-то. И бесполезно. Все, что мне нужно, находится в дневнике. Для продолжения откройте дневник. Так, на таб дневник. Вещи, воспоминания, заметки. Вещи. Вещи, что это такое за говно? Иногда, когда я очень устал от других людей или просто не хочу кое-что рассказывать маме, я пишу все свои мысли в этот дневник. Он знает обо мне все, словно это часть меня. Этот ингалятор я почти никогда не выпускаю из рук. Папа строго наказал меня с детства, что если я буду далеко, я могу умереть. А, если он будет далеко, я могу умереть. Мама даже прикрепила к нему веревку, чтобы можно было носить на шее. Воспоминания, муравьи. Удушье, наверное, странное слово для 13-летней девочки, но, к сожалению, оно со мной столько, сколько я себя помню. Мне нелегко живется в окружении посторонних людей. Как мне кажется, все, что мне нужно, это моя семья. Но мама говорит, что общество необходимо для людей, нужно общаться друг с другом, чтобы не сойти с ума. Папа часто приходит ко мне в школу, чтобы напомнить учителям и осведомить новых преподавателей о том, что у меня астма. Каждый раз одно и то же, не подвезли. Ладно, так, мы не будем это, короче, читать, потому что это, короче, потому что... Да-да-да-да-да, так, прекрасный сон. Ну, хотя, а подожди, а может быть там что-то было, да? 715, это 715. Уборка. Мама сказала мне прибраться. Мама просила убрать все мои игрушки в сундук. Ага, 0 из 16. То есть в этот сундук мы убираем все игрушки, понял? Да ёпть. Опа-на. Это что за звук? Ай, ёб твою мать. Птичка, откуда ты взялась? Сучка, напугала меня. Там что-то еще звучало вроде, да? Подожди, я эти буковки тоже туда должен убрать или нет? Так, или нет, подожди. Ты какой, Мишка-то хороший или плохой Мишка? А, это зайчик вообще, кто-то вообще. Зеленый, ты какой-то больной, по-моему, нет? Так, ты. Не, вот это Мишка, это зайчик, наверное, да? Я не разбираюсь в детских игрушках. Так. Ой, там какой-то проход. Ёп, твою мать. Я не хочу. Там будет какое-то продолжение, видимо, банкета, но... Подожди. Заметки. Уборка. 70. Да, все правильно я делаю. Я убираю с этого... то есть все эти штучки мне нужно убрать. Мама так сказала. Я буду послушным ребенком все-таки. Я не все... Так. Так. А, хотя подожди. А почему-то мало получается игру. Да? Или нет, или нормально. Так, заметки, давай посмотрим. А, еще 5 игрушек. А, вот еще тут раз, подожди. Разок, разок, раз-раз, раз-раз, нормас, 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 раз-раз. Так, а это говно тоже? Я помню тот день, когда папа сделал ее для меня. Я только могу... Я была так сейчас. Так, что по заметкам? Еще 2 игрушки найти надо. А, вижу. Вижу, не дурак. Так, на стул можно встать же? Да не надо, я сказал... Возьми стул. Стул взял.
повесился. Пик. Мой чемодан. Я не могу достать его без, без папиной помощи. Плохо. Так, и еще одна игрушка где-то должна быть спрятана, да? Где ты видишь ее, нет? Подушка. Подушка это игрушка или нет? Насколько я помню, нет. Подожди, может быть за дверью? Закрой дверь. Так, а здесь ничего нету. А сам домик не игрушка? Так, давай-ка... Да не надо вставать-то, ёпарный карась, слезь. Ебиси. Так, давай-ка стул, короче, сюда пока поставим. Подожди, это еще должна быть какая-то игрушка, да? Я что-то... Я пока не туплю. О, вон там, слышишь. Так, тут ничего, короче, нету, мы закрываем это говно. Это за говно тоже. Прям то, что... Так. Мое любимое дерево. Оно очень старое и красивое. Лейло, логика. Так, подожди, а вот я приседать не умею? А, умею немножко приседать, но очень мало я... Так, ну... Ты... На шкафу вроде нету, паук там что-то... Слушай, по-моему... Сломано. Подожди, ну вроде я все подсобрал. Может быть, я что-то не вижу? Подожди. Может быть, это что? Так, подожди, здесь я ногами топ. Мне никто ничего больше не подскажет, да? Ну ладно, короче, ну не выполнили и не выполнили, что бывает. Погнали сюда, страшно-то. Мы пошли сразу, да, в я... Опаю. А что все в крови? Я где? Что это было? Я сплю? Покинуть пещеру, бежать лифт-шифт. Нужно будет бежать? Ой, это я, смотри. Нужно подумать. Воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Ты чё? Зеркало в пещере. Все, что видишь, все обман, на кусочки треснет. И не верь своим глазам, это все ищи. А, то есть если я посмотрю в зеркало, то все ищи. Ой. Пашенская. А, бросить зеркало нужно. Подожди, а как бросить? Ага. Bridge? Мост? Что за мост? Ой-ой-ой, а чё он так биво как кидает-то его, ёпт. Ай! Только не смотри вниз и упала. Прикольно. Или это я упал? Я не могу тебя найти. А, типа, когда я умираю, я оказываюсь все время вот здесь, типа, да? Или что? Или как? Ну я же не умер, я же... Или я умер, все. По игре пока непонятно. Ну непонятно же. Ну непонятно. Кровай. Так. Не, ну поход, скорее всего, да, я умер. Там. Смотри вниз. Я не смотрю вниз, я смотрю только вперед, правильно? Так, а это говно трясется немного. Ну, в смысле, мод. А я, может... А что я делал? Подожди, я что, я... Пол как... А, у меня паника, и я поэтому не могу. А у меня же был ингалятор, нет? Его на... На что его нужно было, ты помнишь? Не стоит экспериментировать. В смысле? А? Что это такое? Почему обшу? Зеркало разбито. Правильно, так. У нас? Понятно пока. Так, здесь пока непонятно. Так, ну слишком темно, я хочу... Я не хочу идти туда без света. А, я понял. Все, я понял.
Так. А тебе только вправо-влево можно, да? Так, а это что за говно? Это какой-то шкаф. А что за шкаф? Я ни хера не вижу. Так. Подожди, мне нужно как-то направить вот эти два зеркала ссаных, типа друг на друга, да? И... Я прав или не прав? Одна деталь прав. А, нужно найти загадка с зеркалом. С помощью этих зеркал можно осветить пещеру, но одно из них разбито. Я понял. Типа... подожди, вещи. А что у меня в вещах? Два ингалятора у меня теперь, да, в вещах. Так, подожди, а я просто не вижу ни хера, поэтому, ребят, я извиняюсь сразу. У меня очень... А, с помощью зеркал, а не вот они где. Короче, как-то так, типа, да? По это сюда, как бы... А, это вот так вот должно быть. Вот так, во, все. Вот так вот. Так вот. И вот так вот. Ну, оно, короче, сюда вот должно посветить. Так, это вот туда посветит, то, и то туда. Но мне нужно найти кусочек, подожди. А, да, тут, да, мне... Ёпта, это там кто? Нет, там вроде никого не было. А, подожди, а как мне найти кусочек? Так, короче, мне нужно найти кусок зеркала. Да ладно, оно там. А, ну да, я же разбил зеркало. И я же, типа, да? Правильно или нет? Ну да. Типа, нас привели сюда, я что-то туплю очень сильно. А в таких играх нельзя тупить очень сильно. Ну я-то туплю, значит, нормально, значит, можно. Так, подожди. А, вот он кусок. Подожди, а там ничего нету больше? А чё, я факел не могу, типа, взять, дотянуться до факела? Ой, я могу встретить замочную скважину, смотри. Ой. Здорово. Прямоты не будет? А я думал, я сейчас взвизгну, как девочка. А, ну так я, собственно, и девочка. Ну, в смысле, я же играю за персонаж-то какой. Чего представить сразу? Ну, всё нормально. Все шикардосино. Шикардосино. Не, ну я считаю, лучше поиграть, конечно, в хоррор, где просто какие-то тупорылые загадки, но здесь атмосфера, понимаете? Как бы атмосфера держит тебя за яичишки и все. И ты как бы... Ты ничего не можешь с этим сделать. Ты просто играешь, потому что ты играешь. Одна деталь пропала. Так, не сюда... сюда. Осколок зеркала, говорят, что зеркала много скрывают в себе. Если долго смотреть в зеркало, можно увидеть свою истинную сущность. А иногда это незаменимый помощник. Так, все. Так. Ля-ля-ля. Не, подожди. А, ты... Странно, ну ладно. А, вот все, да? Или не все? Мне страшно. Я понял, подожди, я же... А, я не повернул. Теперь ты у нас... Освещаешь там. Получилось. Кажется, получилось. Я шмыга играю, это не. Вот это меня напугало в темноте, я думал, что это за говно так. Опа. Сохранено. Слушай, значит, будет сейчас страшно, наверное. Так, а это что за говно? Подожди, что это за говно?
Странная штука, напоминает мне штурвал корабля, думаю, ее можно найти хорошее применение. Я дверь ту открою, ёптель мог. Все понял. Ты понял, или я, или ты не понял? Опять, что опять? Мост? Ну, мост хорош, нет. Это что там такое? Ты сверху за эти. Видишь или? Я вижу. Я не понимаю, почему ты не можешь просто пробежать, типа, по мосту посредине? Он же с ним, типа, ничего не будет. Ну, короче, типа, это же... Зачем мне держать равно... Ну, ладно. Что это? Ой-ой-ой-ой. Давай-ка цепляйся ты, мать. Маме? Маме? Почему маме? Встань, успокоилась, быстро. Успокоилась, я сказал. Быстро! Будет нормально. Не ссы, не ссы в трусы. В смысле не пройти? Да блин, крутись. А как, подожди. Как крутить? Да, вот так. Все. Не все? Теперь открываем просто. Понял. Ну давай открывай дверь-то эту дурацкую. Да, вот, короче, вариант с мышкой, типа, такой себе. Мне... Это похоже на море из кукол. Куда они здесь взялись? Присесть на С. А мне визажи... Ну и вообще, в последних хоррорах все время такая тема, типа, что... Ты, типа, должен руками, типа... Мышка... Это не очень прикольно. Это настоящая голова или кукольная? Фонарь! Чтобы использовать фонарь, нажмите F. Я понял. Фонарь какой-то старый там. Так, окей, это... О, нет, это он. Кто это? Никакие прятки мы не играем. Я пошел ты в жопу. Слышь, а чё, почему такая херобора начала? Где ты прячешь? Я прячусь там, где надо. Иди нахер. Так, а я... Мне что, нужно прятаться или я могу отсидеться? Ключ питания, чтобы открыть дверь. Так, питание 0... стоп. Странно, но это не работает. Я не вижу ни хера, ты ви... А что с чем соединить-то надо? Давай поиграем в прятки. Нет, я не хочу играть в прятки. Что нужно соединить-то? Типа, как вот? Так? Ничего не понимаю. Так, ладно, подожди. Пока погодь. Давай за проводами посмотрим. Провод я вижу, где он. Там этот долбан ходит, все, огромная кукла, да? А вот он ее зацепил. Он ее зацепил, да? Вот здесь он был, да? Мне очень скучно. Это твои проблемы. О. А как тут сделано, подожди? Все соединены. Ага, все со... Все соединены. Ой, ёб твою мать! Твой пап больше тебе не поможет. Я что-то... 8, 9, 10, 1... короче, когда ты здесь, я умираю. Все, я понял. Значит, мне нужно... А как я все соединю? Значит, нужно найти где-то запчасти же, да? А чтобы найти запчасти, мне нужно что? Мне нужно сюда с фонариком, типа? Опа. Ну, я... Ой. Я тебя поймаю. А может, ты не поймаешь? Подожди, вот один провод, да? Смотри. И там... Вот он. Так. Ага, надо соединить... Подожди, надо соединить, типа, все? Да ёб твою мать, да поверни ты вот сюда, ну. О. Так, так, так. Здесь как? А хер его знает, как здесь-то?
Типа, камон. Да блин, вот, ну давай. Да ё-моё. Так. Ну вниз сделай ты, пожалуйста. Да, хорош. Так, теперь тебя вот так вот, да. И теперь вот тебя вот так вот, да? Все, можно врубать. Почему бро? А, подожди, а что я не так сделал? А, надо вот это соединить как-то, да? Ёб твою мать. Я опять умер? Да ладно. Блин, бесишь. Как я сделал? Кто-нибудь запомнил? Я ничего не запомнил. Одно в питание мы включили, короче, да? Одно питание мы включили. Ой. Опа, что за прикол? В смысле? Ты ж бабка, ты чё? Гонишь, что ли? Алло. А, это типа прикол был? Сейчас, подожди. У нас есть с тобой фонарь, вещи, воспоминания, заметки. Ничего нету, больше только вещи, типа. А, включить одно из трех есть. Папин старый фонарь, единственный источник света, без него находится в темноте невыносимо. Хорошо. Так, закрываем это говно. Включаем фонарь. Так, и теперь мы ищем другой рубильник. Это мы включили рубильник. Подожди, а рубильник другой у нас находится вот где-то здесь. Так. Карам-пам-пам-пам-пам. Так, вот он, второй рубильник. Да, я его открывал, но я просто не понял, что надо делать. Я на самом деле до сих пор не знаю, что надо делать, поэтому не обессудьте. Нет. Вот, да ё... В смысле ты меня видишь? Ты меня не видишь, не ври. Вот так, вот так. Я тебя слышу, не ври. Обманщик. Ай, бля. С этой ручкой, конечно, это будет проблем с киевой большой. А, нет, подожди, не так здесь надо делать. Одна деталь исчезла. Так, заметочки, заметка. Электрический щит. Если все правильно соединить, думаю, я смогу включить электричество. Ага. Но одна вещь, видишь, одна деталь исчезла. Подожди, а где ее взять? Оп, твою мать. Это что, нужно все пере-пере-пере-пере-ми-ми-ми-ми-ми? Подожди, хорошо, мы нашли два щитка. А, я же могу этот, Е нажимать. Я забыл, что я на Е умею. Ну, сука. О. Уёб твою мать! Как ты меня сию-то, блин, падла, тварь. Да в смысле не убежать? Убежать еще как? Не, этот я запитал, подожди, а... Да блин! Открой. Давай, давай, поиграем. Ты играй, я приду. Сейчас, так. Подожди, может быть он есть, мне очень скучно, мне тоже очень скучно. Так, а где найти это говно? Серьезно? Сейчас, подожди. Ну блин, это реально очень сложно. Как я это найду-то?
Подожди, и где третий рубильник-то? Ну, я восстановлю этот хорошо. А третий-то рубильник где? А я могу детали-то менять или нет? Подожди. А вот еще рубильник, да? Нет, он рабочий. Это что такое стало? Это я типа второй включил или нет? Я не могу тебя найти. Нет, подожди, что по заметкам? Ой, а где заметки? А я не могу здесь заметки использовать в этом, да? Подожди. А нет, один из трех. Один из трех. Так. А, вот, смотри. Ай-яй-яй. А как это сделать? Подожди. Эмма, ты здесь? Мне нужно один провод соединить, а второй этот рубильник врубить. Все, понял. Ай-яй-яй. А где запчасти достать-то? Подожди, может быть, она где есть? Обманщики. Игра обман. Так, ладно. Погнали еще разочек. Да нет же, ёпти! Ты будешь моей любимой игрушкой. Ну да, сейчас да пройдем, короче. Да. Так, короче, мы опять умерли, да? Ну, это такое себе занятие, на самом деле, время умирать. Короче, я понял, один провод надо как-то соединить с другим, а для той штуки найти часть. Ну, ты понял, да? Давай попробуем. Давай попробуем. Да ёп! В смысле? А как... А что мне надо сделать? Так, подожди. У меня два провода. У меня два провода. Я не могу за них браться руками. Значит, туда надо что-то положить, правильно? А он что, выключает эти, что ли? Нет, не выключает. Подожди. Здесь что-то позволяет раскрыть. А как это получить-то? Подожди. Да бляха. Так вот. Правильно. Это вот так вот. И... А, хз. Щитке в самом нету. Да нет, ничего странного. Нет, ты меня не видишь. А-а-а! Сучка. Эмма? Are you here? Нет, Эммы здесь нет. Подождите. Ребята, ну объясните мне, что я делаю неправильно. Я же вроде все нормально делаю. Я же все вроде... От этого монстра только надо убегать, короче. Я постоянно от куклы. Ча, подожди. А вот что здесь было? Вот он... Ага. О, что это такое? А я не могу? Подожди. О, что это такое? А вот и эта штучка, ну. Ну. Вот, это он откуда он восстал? Вот эту штучку мы и нашли, все правильно. То есть я был прав. Точнее, кто был прав?
Так, это первый баллон, а мне нужен второй баллон. Ну, не баллон, а этот. А? Пошел ты, да пошел ты в жопу, слышь? Да, 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 я же убегал, блин, а защит... ну блин, я хотел вытащить. Да блин, очень странно, тебе нужно, короче, взять в инвентарь залезть, а инвентарь не позволяет. Ну ладно. Ну хорошо. Так. Эта штучка у нас, значит, мы можем... А что значит мишка и меч? Это что? Это, типа, можно убить эту хрень. Где он? Так, это мы здесь работаем. Здесь не работает. Так, вещь. Ну переверни ты, ёпарный говноед. О. Так, а здесь как? А, здесь вот так. Ну, пи еще раз, а, ага. А почему меня фигачит током? Вот так и должно быть, типа, или я что-то не так делал? А, потому что я включил этот рубильник, я тупой. Я, короче, я включил рубильник, подал, типа, напрягу и сам стою, как копаюсь в щитке, типа, да? Ну и дурак. Да, надо было, типа, отключить, потом собрать, и потом тогда бы я бы не умирал бы. А, так, теперь у нас вопрос какой? Теперь вопрос в том, как сделать... А, теперь вопрос, как сделать... ему нужен плюшевый мишка или что? По огромному упырю. Так, здесь... Да убежать, убежать, не ссы. Не ссы в трусы. Подожди, а, где это говно-то? Вот тут? Да не, ну ёб твою ногу! За бред. Просто я, наверное, самое рекордное количество раз умер уже в этой игре, наверное. Не. Так. Да не-не-не, какой Берн? А блин, а что ты меня вылупил-то где рядом-то с этим говном? Ну он должен оттуда уйти, а как он оттуда уйдет, я не очень понимаю. Подожди, здесь видишь эти одни игрушки, короче, а ему нужен медведь. Нет? Я не прав? Или я прав? Да ну пусти ты меня, стена. Мне очень скучно, мне тоже. Подожди, как это вас, как это сделать. Так он же без напряги, что ты мне врешь-то? Один провод с напрягой, второй не, второй без напряги. Как такое может быть-то, что я, ну что за бред-то, ну? Просто не понимаю. Ладно, короче, надо через Е смотреть это говнище, типа, как там, догадки эти ссаные. На самом деле, если честно, хоррор, на самом деле, не хоррор. Ну, типа, камон, какой-то хоррор. Нет, я ничего не принесла, подожди. Да блять, да а что такое быстрый ты, слышь? Говно. Теперь, короче, этот провод отключится. Теперь нужно, короче, эту огромную игрушку нахер слать, да, и это самое.
Не, ну так-то в целом-то как бы да. Так, теперь мне надо эту... Подожди, да заткнись ты нахер. Бесишь. Да как ты? Господи, это что за бред? Просто я охереваю, конечно, ладно. Я от него убежал через как бы много времени. Или что, он там на запах идет или на что? Тупое животное. Опа, покинули. Надеюсь, мама не будет ругаться. То есть мы прошли типа пещеру, да, уровень. А, мы уже с фонарем. Почему здесь так холодно? Климата? Кто-то в мячик играет? Стефан? Стефан, открой дверь! No way in. It's locked. Заперто. It's broken. Сломано. Заперто, сломано. Я подальше от экрана, чтобы не визжать. Ёпта. Мама? Ой, здорово! Кто здесь? Мам, это ты? Ты же открывай, старая. Бается она там мне. Такие. Нормально, заперто? Открывается. Ничего не буду открывать. В доме так темно. Ну все, окна заколочены. Мама, папа. Мама, папа, ёб твою мать. Заколочены. Открыто. Хоть кто-нибудь. Затрахали меня эти уже. Можно открыть дверь? Пинку нам. Картошка. О, это кто? Бедная Оливия, кто мог сделать такое? Все, маме расскажи. Это какая-то кукла. Запек голову от куклы. Так, и чё? Там ничего не подобрать здесь. О! Присядь. Хорош. Так, здесь... А, подожди, я же могу вот что делать. Ешечки. Прохождение на ешечки. Важно. Эти часы всегда были исправны, куда же подевалась деталь? Нам нужно найти деталь для часов. А, тихо. Ус, это я ходил или нет? Что, в замочной скважине подвала? Ой. И что, можно открыть? А, не пройти. Да, посмотреть. Ой, а что там горит все типа? Тихо, я могу что-то взять? А, заперто. Телефоне, Аня. Silence. I guess it doesn't work. Угу, угу.
Я и не сомневался, на самом деле. Так, там все в... Там? Что-то пропустил я? Подожди. А, что-то пропустил. Газета какая-то. А, кинуть могу куда-то сверток газет. Взять не могу с собой газетный сверток. Так, хорошо. А, наоборот тут. Is anybody here? Здесь есть кто-нибудь? Выключу говно. А, я могу разжечь камин, наверное, да? Опа. Алло. Иногда, чтобы видеть, не нужен свет. Пойдем, берем сверток и несем к камину. Ла-ла-ла. It would be good to light a fire. It's getting cold and Разжечь this temperature огонь. is Становится слишком giving холодно, us. низко температура, может вызвать приступ астмы. Так. Разжечь огонь, 2 из 4. А, еще какие-то заметки есть. Папа меня учил разжигать огонь, понадобится 3 сухих полена, не меньше бумага, разжечь огонь и спич. Полена и спич. I'll be dead someday. Однажды я обыграю папу. Так, какое-то письмо, посмотреть скважину. Ножи. It won't open. Угу. Как разжечь огонь, а как это сделать? По идее, спички должны быть на кухне, да? Как бы как у всех. Опа, стоп. А что они горят? Почему горят, непонятно. Хрена. Так, все. Так, спички. Холодильник. Mom hasn't Мама defrosted the очень fridge in a долго while. не размораживала холодильник. Так, какая-то записка еще. Так, да. Берем это, давай. Раз, два. Так, а здесь спичек нету, почему? Где мои спички, мать твою? Я подожду, давай еще. А, сверху же еще и смотри. Разрыхлить. А, о. О. Какая-то. О, полено. Так, мне нужно еще одно полено тогда и спичка, да? И тогда все будет. А я бегать же могу. Бегать я могу. Спички или что мне теперь найти? 4 часа. Что мне теперь нужно найти-то? Так. Наверх, а что наверх? А наверху? Нет, тут где-то на тут. Вот, вот это что такое, подожди. This clock has always worked fine. Куда же Where could делась the bar be? деталь? А что за деталь? Понятно, да? Что за деталь, непонятно. Ну, на кухне должны быть. Блин, я ни хрен знаю, как это искать, если... Разрыхлитель там только. Да? Этих нету, да? That's strange. It doesn't work. А, пойдем тогда наверх. Подожди, здесь просмотрели. О, открылась дверь.
Теперь ванна. Как где не ванне хранить спички? Логично. Так. Ой, ёпт. Это записка. А, подожди, у меня же там есть заметки и воспоминания желания. Вчера я третий раз загадал желание на маяке. Все, чего я хочу, это увидеть Эмму. Но желание не сбылось. Это все детская сказка про старый маяк. Что-то глупые выдумки. Пора-пора-папа. Надеюсь, Стефан мне поможет. Так, утром мы отправились искать тему, мы ушли из дома около 6 утра, когда начали родители, что еще спали, я взяла с собой немного еды, которую смогла найти на кухне. После мы этих вышли из дома в направлении в сторону, или направили в сторону леса. В лесу был такой приятный запах свежего. А подожди, если я... Хоть тогда было. Р и... Не надо. Так, ладно. No way in. It's locked. Так, там мама там, ну. It won't open. Так, я запутался. А где мне искать саны? У меня нету спичек. А заметки. Для пряток. Мы любим место для пряток за шторами или за ширмой. За ними меня совсем не видно, а вот знаменитые могут. В виде сосредоточенного Стефана, который изо всех сил пытается меня найти. А, это, короче, фишка, типа, там можно прятаться, я понял. Так. Ну, подожди. Это все, конечно, прекрасно. Это... А, вот там огонь вообще там. No way in. It's locked. Все окна заколочены. Я реально не знаю, где найти спички. Спички, по идее, должны быть у камина или на кухне. Правильно? Если у вас газ, то как бы логично, что спички будут там, где они должны быть. Так, подожди. My hands are going numb. Я ничего взять здесь не могу. It's getting colder by the minute. Так. Опа. Ага, можно прятаться. А как выйти? А, вот так. Опа, что там за следы были? Какие-то следы прошли вверх. No way in. Стефан, твою мать. Да не ссы ты, ёптель. О! Опять загадка какая-то из трех цифр. Ой, как выйти? А, выйти правой кнопкой. Три цифры нужно узнать, да? This is Stefan's favorite. Это любимая игрушка Стефана. Да блин, в смысле? Ингалятор опять, что ли? Камон, спички где? Не, а как играть-то? Алло, у меня сейчас ингалятор кончится.
А что я здесь должен найти-то, ёб твою мать? Бесит-то как. А, вот, что-то есть. А, вот, полено. Нахера ему под кроватью полено, а? Убери. Чи давай. Я уже все ингаляторы так затрахаю. Так, все, полено есть, правильно? Спичка тебе. Все? Ну и чего? 4 из 4. Как разжечь-то теперь его? Спички же нужны или нет? И нахер. А у меня нету больше этого, говна, слышишь? Ну и сдыхай, короче, тогда. Насрать вообще, на самом деле. Ваня, ингалятор появился или нет? Ингалятор есть, не? Камон, давай, давай ингалятор быстро. Зачем тебе такой ингалятор? Я не понимаю, если все равно холод. А вон ингалятор, по-моему, есть, не? Или нет? Можешь присесть? Что это такое? Все, я сдох. А, мы не с самого начала начинаем? А я думал, с самого начала. Я бегу за девочкой, типа, да? Ах ты, скотина, быстро. Опа. А, это в то, все в том же месте, да? Так, хорошо. Батарейки. Тут еще и в этом будут батарейки. Да ладно, серьезно. Сейчас серьезно говоришь? It's broken. Да бляха. Мне нужно здесь какие-то цифры увидеть, правильно? Чтобы открыть это говно. Телефона. It doesn't work for some reason. Toy train. Подожди, а мое работает это? It's locked. Все заперто, понял. Так. 3 цифры мне нужны. Для каких-то. Всего лишь ты твои груди. А, вот они. Воспоминания, день рождения Стефана. Сегодня у Стефана день рождения, ему исполняется. Игрушечная же, да, мне кажется, это отличная идея, сам будет получить такой подарок. А я приготовлю замечательный малиновый торт, конечно же, без блин, помощь мне не обойти. Вещи. Просто батарейки не. Так, все. Toy train. А, toy train. Подожди, мне кажется, что если я его выгоню тут. А, батарейки надо вставить. Да нет, вот туда можно. О. Где цифры, падла? А, вот цифры. 2, 1, 3.
Точно? 2-1-3. Ну давай попробуем. Сработало. Да, бля, откройся. Ай! Ёб твою мать. Хватит там велик шевелить. А, это для часов. Все, понял. Так, ну-ка нахер отсюда пошли вниз. Для часов пиписька. Ну, в смысле, ты понял. Говнище. И вот так. И что произошло? Эти часы были взяты, даже поделал деталь. В смысле, я же нашел деталь или нет? Это не та деталь. А, еще нужны эти, что ли? Так, это что за говно? Нет, Стефансов играл со спичкой. А, все, спички, я зажигаю говно. Да-да-да, погнали. Я зажигаю говнищу. Так, нужно сделать, наверное. Разжигать. Так, одной проблемы меньше, it's правильно? Наконец-то тепло. Ой. Воу, а это ты кто? А ты с чем там? А вы кто, простите? Ребят, на этом я закончил первую серию по данной игре. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был Шимми. Всего вам доброго. Или плохого, не знаю. Всем пока, всем счастливо.